Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет видео разбор моего гардероба. Наконец-таки я добралась до этого дела, потому что до этого я ходила по магазинам, как сумасшедшая, покупала себе кучу всего нового. И, в общем, настал тот день, когда я хочу реально вот прям переполовинить все свои вещи, оставить то, что я постоянно ношу. Я уже пришла к тому, что немного я взяла от стилиста, возвращаясь к своему любимому стилю. Это мой любимый стиль — спорт. Это то, что я ношу вот просто и днем, и ночью. И хочу разобрать все вещи так, чтобы у меня не было больше, знаете, головника вот этого вот. Встаю и думаю, блин, что же мне одеть? Хочется чего-то новенького одеть, но все равно беру одни и те же вещи, которые мне удобно, в которых мне комфортно и в которых я себя чувствую классно. Есть какие-то вещи, которые я купила себе новые, но чувствую в них себя не совсем классно, ну вот, покупала, да, и пришла к тому, что ну его нафиг, все. Вот лежит оно реально по несколько лет, пылится, все, разбираем, отдаем, что-то продаем, что новое ни разу не одевалось. Все ссылки, если что, полезные будут под видео. Сейчас покажу вам, что у меня здесь творится. Итак, я достала вот эти вот из Икеи классные чемоданчики, в которых очень удобно все это делать. Детские вещи разбираю. Вот, сюда положила, сейчас разбираю. Там у меня сейчас будут все костюмы лежать. Здесь у меня верхняя одежда лежит. Здесь у меня водолазки, все такое. Здесь у меня свитера. Свитера вообще я не очень люблю носить. Я их очень редко одеваю. Если я за сезон один свитер из этих одела, то это вообще круто. А часто есть такие, которые я так и не одела за весь сезон. В общем, сейчас все достаю, перебираю гардероб. Вот там сейчас все достаю. Летнее убираю, зимнее прячу. Буду периодически мерить что-то и вместе с вами думать, что с этим делать. Итак, первое, от чего я прям отказываюсь и понимаю, что надо отказаться. Так, не смотрите немного на мой фон, потому что у меня тут еще, как понимаете, да, ремонт продолжается, все дела. В общем, это вот этот костюм. Костюм Филипп Лайн. Я покупала его в Москве. Девочки, этому костюму, я вам скажу, лет 10. Нет, не лет 10, ему точно 10 лет. Он уже немного подсел. Последний раз его постирали в чем-то, непонятно в чем. Короче, он немного подсел. И это единственный костюм, который у меня так долго держится. И до сих пор я вот эту ткань пробую, понимаете? А она идеальна, идеально. Ни одной катушки, ни одной зацепки. Стирала, кайфовала. Он был немного свободен на меня, да? И всегда у меня спрашивали, а что это у тебя за костюм? Что это у тебя за костюм? Сейчас я его померила и такая думаю, может не отдавать? Но ну, сначала, перед тем, как померила, думаю, может не отдавать? Но на самом деле отдавать, потому что для меня уже вот эта вот пожелтевшая немного змейка, видите, не очень. Вот эти вот такие грубые, ну много змеек, вот грубые, да, я вот как бы уже не ношу. Здесь получается у меня, видите, пузо видно, если уж носить вот так. Я уже такое не ношу. Все-таки пора с ним расставаться, я решила его отснять, показать вам, как я... Вот знаете, я к чему прихожу сейчас? Вот я покупаю там в Рибаке, в магазине, в разные, там в Адидасе, там еще экспериментирую с разными. Сейчас трикотаж найти хороший очень тяжело. Ты че кричишь? В общем, отдаю костюм, прощаюсь с тобой, мой родной, ты служил мне верой и правдой много-много лет. В закромах у себя нашла вот такое платье. И это платье, я помню, нравилось мне своим вырезом очень. Я подумывала, что можно что-то снять, чтобы вот вырез был, или вот куда-то на свидание с любимым пойти. Что мне кажется, он вряд ли разрешит мне вообще такое платье надеть. Поэтому, или одеть. Я никак не могу выучить, девочки, это сложная тема, выучить, как там, надеть, на себя надеть, на кого-то одеть. И вот спрашивается, разрешил бы мне мой муж его одеть или надеть? Вот, и на самом деле под это платье нужно очень блюсти свою фигуру. Платье прям должно быть очень... такой обтягивающий, ну, то есть фигура должна быть очень обтягивающая. Еще мне кажется, у меня какие-то мощные руки в этом платье, да? Как будто майку натянула на себя маленькую. В общем, это платье тоже улетает. Здесь я его показываю. Блин, надо света больше включить, мне кажется, да? Вот, свет включила. Вроде ничего тогда. Провод только будет торчать. Ну, в общем, вот такое платьице, я его тоже отправляю. Что-то она коротковатая, обтягивающая. Мне в таком уже ходить некуда. Разврат! Какие-то и ноги мощные кажутся.
И руки мощные в этом платье. Нет, не мое. Вот это платье, девочки, абсолютно новое, ни разу никуда не схоженное, ни разу не одетое. Это размер S-ка, и мне оно прям впритык, знаете, мне так сжало, и все. Вот сейчас я его брала, блин, несколько лет назад, и не помню даже в какой марке, по-моему, не написано, короче, сзади где-то написано. Короче, знаете, подкрулся прям прикольно было бы, наверное, вот эти. Ну-ка, да? Ну, только чтобы ноги не такие белые были. Ну, короче, оно для меня слишком обтягивающее. Я люблю все посвободнее, мне вот здесь надо, видите, живот втягивать, а я уже это не люблю. Вот это платье будет продаваться. В общем, я ссылку оставлю под видео, что я буду делать. И мне вообще кажется, хочется, знаете, сделать такой фикс-цена. Фикс-цена, допустим, там для платьев одна фикс-цена, да, там для чего-то другого другая фикс-цена. Вот реально для новых вещей. Есть у меня вещи, которые я один раз одевала, да, и я бы могла уже на них писать, что они как бы БУ, один раз одетые, да, и тоже продавать их там вообще за копейки, за дешево, да. Может быть, кто-то захочет вот такое что-нибудь от Селены, да, со Селениной энергетикой, вот. Ну, короче, вот это платье я ни разу не одевала, ну, в плане вот вам, да, показать. И один раз я его одевала, тоже показывала, по-моему, в покупках, давно-давно еще где-то. В общем, кто любит вот такой стиль, я просто стиль поменяла и, конечно, уже не ношу такое. Ну, и плюс он меня сковывает движение. Вот раньше я была постройнее. Вот это платье тоже я ни разу никуда, по-моему, так и не носила. Я снимала в нем один раз видео. И это платье понравилось моему стилисту. Я его доставала, показывала ей, да. И она мне даже подобрала под него образы. Могу фотки тут повставлять, да, какие. Понравилось это платье ей. Но вот чувствую не мое. Вот некомфортно себя чувствую, и все. Тоже буду его продавать. Девочки, походу я все-таки расту. Увеличиваюсь. Вот раньше, или просто я раньше вот носила, мне нравилось, чтобы было вот так в обтяжечку все. Вот этот вот костюм, это Dolce & Gabbana. У меня тоже где-то в Инстаграме даже есть фотки, где я в нем. Здесь у меня написано Dolce & Gabbana. И, честно говоря, вот не было бы на нем написано Dolce & Gabbana, и пофигу. Мне понравился реально вот именно дизайн, да, расцветка. Мне очень тогда понравилось, и я его взяла. Естественно, я его продавать не буду, это я отдам. Я его носила, носила нормально и стирала. И мне кажется, что он немножечко, знаете, цвет потускнел, ну вот черный, да, может быть, здесь вам не видно, да, но мне вот кажется, что он уже потускнел, но даже я бы его носила, если бы он был чуть-чуть побольше, потому что я сейчас беру, ну так, чтобы не был открыт животик, завышенная талия, там, да, что-то такое, и попа вот так в обтяжку не хочу, чтобы была, поэтому просто отдам. Костюм этот, может, Танюшке подойдет, он померит, она, может быть, она своей племяннице отдаст. В общем, мне есть кому отдавать, и кто-то, может быть, порадуется, потому что этот костюм, реально, я его очень любила. Вот такой вот костюмчик отправляется тоже во свояси. Я не понимаю, его, наверное, стирали, и у меня здесь какого-то другого цвета отличается от белого, на мой взгляд, отличается от белого, да, полоска на брюках. Вот, короче, вот такой вот костюмчик. Такие вот штаники. Ну, я его пару раз одела, и я не поняла, стирал кто-то их или нет. Я не припомню просто. Кофточка нормальная. Ну, отдельно просто кофту я носить не буду. Плюс ткань. Это синтетическая такая, да, она немного тянется. Я больше люблю поприятнее к телу, что-нибудь натуральное. Поэтому держаться за этот костюм не буду. Просто отдам его. Так, еще смотрите, вот такая вот толстовка длинная. Она мне нравится на самом деле, все нравится. Единственное, что мне не нравится, вот этот золотой цвет лампасиков. И я сначала думала их отпороть, она с начесом такая, тепленькая, то есть это на зиму. Сначала думала их отпороть, а потом думаю, ну что я буду портить прям вот кофту? Ну куплю себе без лампасиков, а эту продам. Она абсолютно новая, я ее ни разу никуда не одевала, вот. Брала в Васильке, это ивановский трикотаж, тоже продам ее вообще за очень-очень дешево. Я еще буду снимать видео на своем втором канале, буду крутиться во всех этих видео, не так, как сейчас вам перед зеркалом, потому что сейчас
такой, в роли влога все у нас, да, происходит. А там буду уже крутиться, ну, чтобы вы во всей красе увидели. Следующий лот, мои хорошие, это вот такой вот костюм Джуси. Я его брала давно в Москве. Не помню где, не помню за сколько. Представляете? Но помню, что дорого, поэтому он мне дорог. Я в нем даже как-то на разогреве пела там где-то в концертном зале мое первое выступление. Оно идет немного здесь, клешонное такое. Сидит хорошо и на попе, и везде, и мне так нравится. Но, честно говоря, я не понимаю, еще актуальны вот эти вот костюмы велюровые или нет. Я пока его отдавать не буду, но напишите, пожалуйста, кто знает, кто в моде разбирается. Я еще спрошу, конечно, у своего стилиста. Она, наверное, скажет, что все уже, мне так кажется. Ну, блин, я его так люблю, он так классно сидит. Я его помню, что я полюбила за это. Я его одела и просто думаю, блин, какая я в нем звезда, звездочка. И купила. И вот не ношу. Но отдавать жалко. Честно говоря, не знаю, продавать тоже жалко. Смотрите, как на попочке сидит. Шикарно. Ой, в общем, жду ваших комментариев, пока полежит. Вот еще один костюм. Такой же велюровый у меня есть. Зеленый. Такой вот он темно-зеленый. Не пойму, куда лучше, чтобы светила лампа. Чтобы вам было виднее. А, тоже сидит комфортненько. Эсочку заказывала я. Вот. Да, для тех, кто думает, что у меня размер не эска, что я себе большие размеры все время беру, и они хорошо сидят. Вот она вам эска. И вот этот костюм мне нравится, потому что мне кажется, что мне этот цвет просто очень идет. Он очень подчеркивает мои глаза. Если еще соответствующе одеться, то вообще. И вот прям, я не знаю, вот эти два костюма, они настолько мне дороги, и мне так они идут. Да, вот если они будут модные и актуальные, то это вообще супер круто. А даже если нет, мне кажется, что я, знаете, как мода, она циклично возвращается, и я буду ждать, пока эти костюмы будут актуальны. И никуда их не дену. Что я за человек? Вот так я прикипаю к вещам, девчонки. Вот так. Это моя проблема. Еще у меня есть вот такое платьице. И я не понимаю вообще, как я его покупала. Оно безумно короткое и, по-моему, не сидит мне по фигуре. Посмотрите. Видите, у меня вот здесь вот торчит. И у меня такое ощущение, что мы его постирали, и оно подсело. Вот, потому что оно было по фигуре, и мне очень нравилась вот эта вот штука красивая. Его я, в общем, тоже на отдачу. Потому что его не продашь, уже стиранное. В общем, отдаю. Девочки, время, короче, 12:30, уже уложила ребенка спать. Мне холодно, стою, блин, раздетая вот это вот среди этой кучи вещей. Деньку в детскую положила. Время уже, спать хочу. А надо вещи все разобрать. Смотрите, как мало у меня летних вещей. Я на самом деле еще не доразбирала все. В общем, разбираю эту гору. И вот, смотрите, сумка, которую я собрала. Девчонки, мне кажется, я такую сумку большую еще ни разу не собирала. Это еще не все. Я еще один нашла там этот закрома. Сейчас еще там переберу. Ой, девчулечки, какая нелегкая эта задача, но я вроде справляюсь. Пойдемте с брюк начнем. Покажу вам, что у меня тут с брюками. Так, первое, это вот у меня необычные джинсы. Они, по-моему, называются бананы. Я их отложила отдельно. Вот это у меня мамсы. Я хоть увидела наглядно, сколько у меня вообще джинсов, именно мамсов. Да, вот просто они не тянутся. Просто обычные классические мамфиты. Это у меня Faberlic, это у меня два Stradivarius разных размеров, если я поправлюсь, и вот как сейчас, да, хотя нет, сейчас я между ними где-то нахожусь, в общем, и те могу носить. Потом Stradivarius, а нет, вот эти кроп, вот эти темные Stradivarius, это мамфиты. Дальше идут у меня, мил, ну пожалуйста, ну отойдишь. Дальше идут у меня лосины, ну вот эти вот пушапы. Тут я одевала кофту, надо и почистить их. У меня пушапы с Калзедонии. Это у меня под джинсы, но лосины. Кстати, очень удобно их носить. Так, есть у меня также классические брюки Faberlic. Классические брюки завышенной талии Фире. Еще есть классические брюки, одни прям брюки. Кожаные у меня вот такие вот лосины.
такие зеленые, непонятно, холодного оттенка, бордовые, черные еще висят. Одни тигровые, мне кажется, должны быть брюки. Бежевые, вот такие хорошие, кстати. Я не помню, что это за марка у меня. Викинд, Макс Мара. Да, вот, знаете, взяла. И вот, по-моему, даже один раз, наверное, одела их когда-то. Вот классика просто это не мое, поэтому я... Вот они лежат и лежат, да? Надо просто найти, как их одеть, и тогда одену. Здесь идут спортивные. Вот эти классные вообще поло. Они утепленные, я их уже ношу и получаю безумное удовольствие. Они на флисе внутри. Эти вот серые, это в Васильке брала. Еще ни разу не одела, не могу понять, подобрать. Что одеть, трикотажные. И вот такие тоже на распродаже где-то брала. Сенсей. Вот, тоже их еще ни разу не одела, бежевенькие. И просто верх не могу подобрать. И понимаю, что мне нужны костюмы всегда брать. Дальше идут костюмы. Я разложила, в общем, поубирала все теплые костюмы. Получается, у меня их не так много и осталось. Но еще два я купила. Вот от этого костюма я скоро, наверное, избавлюсь. Потому что, во-первых, мне кажется, качество у него скоро испортится. Ну, не знаю, пока все нормально, но мне почему-то кажется, что скоро испортится. И вот эти цифры, буквы меня почему-то напрягают в последнее время. Дальше вот этот серый костюм, девочки, это в Рибаке недавно покупала. Вот даже посмотрите. Да все уже, наверное, его надо. Ну, как вот с ним ходить? И попытаюсь почистить эти катышки, девочки, но я его одела 3-4 раза. Я его даже еще ни разу не стирала, он чистый. Понимаете? Я его купила, этот костюм, со скидкой на распродаже, но он стоил 10 изначально. Как за такое качество можно вообще платить такие деньги? Так, это я в Гипюре заказывала когда-то давно. Обалденный. Ему сносу нет, но уже он, конечно, устает. Я его 1000 раз стирала, наверное, везде носила. Катышков много времени не было, но вот сейчас уже такой немножечко уже подустал. Надо заменить его на другой, и тогда этот убрать. Мои вот эти два костюма, которые я вам показывала, которые не могу от них избавиться. И вот эта девочка на заказ мне делала, тоже утепленный, вот такого цвета. Костюм зеленый. А, из Василька еще вот я решила оставить костюм. Вот этот вот, может быть, вы его видели. Ну, короче, с широким верхом таким. Просто он темный, мне кажется, много куда подойдет. А, и еще. Так, это я брала в Бельгии костюм. Этот он уже тоже скоро устает. Но вообще. Его надо чистить. То есть он чистибельный. Так как я его покупала в Бельгии, мне его жалко, поэтому я его вот так вот сейчас постираю, потом от катышек почищу, и будет он как новенький. Блин, это... Это же это... Я забыла. Эсприт. О, точно, эсприт. Нравится мне этот костюм, один яркий, прикольный. Далее, вот такое неимоверное количество у меня всяких водолазок, да, есть с высоким горлом, есть с низким, всех цветов, это у меня идут, вот они, видите, примерно одинаковые все, главные оттенки разные, и тоненькие вот такие идут, которые можно под низ них одевать, или под низ свитеров можно одевать, вот такие вот тоненькие, тоже всех цветов, по-моему, один ванильный только отдала, потому что цвет не нравится, он не белый, не бежевый, какой-то желтый. Вот, и из теплого, смотрите, моя любимая куртка. На Гипюре заказывала, она мне очень нравится, да. Вот это тоже, по-моему, на Гипюре двухсторонняя. Ну, мне не очень нравится вот это вот, конечно, но зеленый нормальный такой, знаете, там сгонять, погулять с ребенком. Оставлю пока эту куртку. Вот это Uniqlo, моя любимая, просто обалдежная, длинная. Я в ней вообще чувствую себя просто богиней. Вот, и еще авиатор новый купила. Будет у меня. Еще у меня есть куртка одна белая, я под нее купила сапоги. Она такая тоже зимняя, непродувайка. Шуба у меня есть. Ну, короче, в принципе, есть что зимой носить. Ну, так, немного терпимо. Вот такое количество верха всякого, свитеров у меня пока что вот лежит здесь целой грудой. Платье я еще не разбирала. Сейчас вот это все поскладываю и разберу вот эти свитера. Так, закинула пока все джинсы стираться, чтобы они нормальные были, без оттянутых коленок. Мне кажется, после каждой носки нужно стирать джинсы. Вот, выложила сейчас вот все свои свитера. Но это не все свитера, на самом деле. Еще вот часть висит свитеров. Раз, два. Водолазки две. Так что это не все еще выложено. Вот.
Вообще, честно, я очень редко ношу свитера. Я вот этот вот 2 раза одела, наверное, в топ-топ заказывала. Да что ж ты будешь делать с ней, а? В Заре вот заказывала свитер. Кстати, все фотографы, когда я беру его, все такие: «Вау, какой свитер!» Вот он для фотосессии только, по-моему, хороший. Вот так ходить в нем, он очень объемный, тяжелый и жаркий. Вот если куда-то идти, там, я не знаю. И он большой, то есть сверху него оверсайз какой-то надо одевать, прям большое, объемное что-то, да? Потому что, ну и как капуста большая получаешься. Только сам по себе, если, но вот такую погоду надо еще подловить, поэтому я его пару раз одевала. И вообще, если я одеваю такие вот свитера, да, и иду, вот, допустим, в торговый центр, да, оделась, тепло, там все, на улице тепло, в торговый центр захожу, получается, ты верх снимаешь, а остаешься в свитере каком-то таком, там, да, или вот таком теплом шерстяном. И, короче, ты ходишь, и тебе паришься, паришься. Поэтому вот свитера я не люблю носить, только вот если ты на улицу там идешь, но я вот как бы по улице много не гуляю, прям, чтобы, знаете, прям по улице в мороз гулять. Я это не люблю. Доехать, дойти куда-то, пройтись там, может, до чего-то такое. Ну, короче, есть какие-то цвета, например, недавно я пыталась подобрать для фотосессии. Я не смогла в эти яркие цвета вообще ни с чем сочетать. Вот эту, например, вот эту. Не знаю, может быть, для съемок оставлю. У меня есть вещи, которые чисто для съемок. Они не носибельные, они вот для съемок. Поэтому сейчас вот разложу, что я там ношу, что не ношу. Короче, в чем сниматься. Платьев, смотрю, у меня не так много. Вот у меня темное платьице есть. Вот такое вот цветастенькое есть. И вот такое недавно, которое я заказала, по-моему, на New Chic. Точно не помню. Такое вот платье есть. Вязаное, объемное. Две юбки. Одна карандаш. Кстати, она под какой-то верх подходит идеально у меня отдельно. И вот такая юбка, расклешенная к низу. У меня фотосессия была в Инстаграме. Короче, нравится мне вот юбка эта. Под что-то она да пойдет. Вот. Ну, такая на зиму прям прикольно под что-то ее одеть. Даже под те же ботинки классно. Смотря с чем сочетать. Ну, вот, в принципе, и все. Разобрала вещи. Я это сделала. Мила, я это сделала. Смотрите, какой порядочек у меня теперь здесь. Вообще, я считаю, что полезно перебирать вещи только хотя бы вот в моем случае ради того, чтобы просто напомнить себе, какие вещи у меня есть. А то я уже готова была покупать что-то похожее. Так что вот прибралась, устала, пошла есть. Не знаю, насколько получилось мое видео, но я думаю, что пора заканчивать. Конечно, это не все мои вещи. У меня это вещи, которые только лежали на серванте, да, можно сказать, наверху, которые я достала зимние, да, и собрала два летних. Три зимних достала, два летних собрала. Еще у меня в шкафу в гардеробе тоже висит очень много всего. Вот, и в общем, много-много на продажу я уже отложила вещей. И прям вот так меня это накаляет, что надо первым делом, прям завтра, наверное, никуда не идти. Хотя у меня были планы. Не люблю я, честно говоря, перебирать гардероб. Но вот если уж начала, 3 часа ночи, начала 4. В общем, предстоит мне еще много-много всего продать. И тогда у меня освободится много-много места для нового. Еще я подумала о том, что... Ну, не то, что подумала, а прям вот даже почувствовала какую-то потребность все-таки прям резко переполовинить вещи. Как вы видели, огромная сумка, это реально практически половина вещей моих, вот тех, которых я перебирала сейчас, да. То есть если я буду другие перебирать вещи, там еще будет такая же, наверное, половина. Вот. И я чувствую, что, знаете, мне хочется много чего покупать нового, интересного, но у меня как будто какой-то некий стопор стоит. Я как бы покупаю, но какой-то стопор. А стопор этот заключается в том, что у меня много вещей и так, у меня какой-то барьер внутри. У тебя так много вещей, у тебя так много всего. Куда ты еще берешь? И я прям беру такое прям необходимое, которое прям у меня нет, и вот, ну, мотивирую там себя, чтобы что-то купить, что мне именно это нужно конкретно, да? А на самом деле мне просто нужно освободить. Освободите, придет еще больше, еще лучше и еще круче. Я считаю, что нужно, да, периодически напоминать себе, короче, какие вещи у тебя находятся, и обязательно их перебирать, отдавать, чтобы появлялось больше нового. Вот. Так что вот такой мой вывод. Все, я счастлива, спокойна, у меня прям какой-то камень, груз из души.
Так что скоро будете видеть новые покупки, новых вещей и много всего нового. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, перебирайте свои вещи, пишите в комментариях, что думаете. Проходите по ссылкам в мой магазин, может быть, что-то интересненькое увидели у меня. Я не все показывала, не все мерила, потому что я тоже это делать не люблю. В общем, Милка зовет. Прощаюсь с вами, люблю, целую, до следующего видео.